злость и грусть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я от мами приїхав, у мами я був. Поїв, да? І поїв так хорошо, сильно поїв. І вам привіз. От це от всякі ці. Відкривайся. Птичка. Это что такие, такие? Такие булочки такие. Сладкие? Они такие... С чем они? С корицей, еще с чем. Ну, чтобы... До чая. Да, до чая. А это рыбный пирог. Я ему обещала мама. С тунцом потом, который? Чуть-чуть, да, с тунцом. Знаешь, она делает с этим, с рисом. Так, ну, вкусно. Так. И вот он говорит... От нечистой силы, вот это вот, от нечистой силы, от нечистой силы. Валера. Так, творог. Ты бы творожок она вкусно купила. Жирненький, смотри, жирненький. Какой, смотри, какой сейчас, ну, видишь, он цвет какой. Ага. Сейчас трава такая сочно-сочная и все равно вкусная. Супер, спасибо. Семечек. Не надо было. Семечек. Не надо было. Семечек. А я, кстати, там у мамы не ем семечек марку. Перенасыпали, они так ложками, а мне мама не дала. Я говорю, ты и так толстый. Я говорю, не толстый, я красивый. Да. Да потом будет, конечно. Открывайся. Вот они любят такие банки, которые не скрываются. Вот так, перчик красный мороженый. Ну не красный этот, болгарский. Угу. Пшено. Зачем? Кашу варить. Ну, у нас есть уже такая бутылка. А еще голод наступит, будем кашу варить. Ну, спрячешь куда-то далеко. Бавара бы огурчики собрала. О, это хорошо. Да. Так, это... это такая мини-свеколка и мини-морковочка у меня растет. Это не свеколка, это капуста. Это все-таки ж мне дали... А, это творожок вкусный. Козий? Такой. Козий. Вкусный. Вкусный. Кроме меня нету. Я говорю, я, на, ешь. Нет, не будем это есть. Она потом говорит, что мы не даем детям. Это такие сосисочки, сарделечки вкусные. А, вот еще творожок. Ого. 3 килограмма творога здесь. Да, надо один заморозить, наверное, угу. Да? Или потом подъедать. Это концентрат. А, лимонад. Жемчуг, но полезный, который. Угу, лимонник, хорошо, лимонник. Спасибо. Угу. Так, супер, ничего. Спасибо. А, мороженое? Да. Она говорит, это тебе. А, та скрипучая, которая... Она вообще не скрипучая. Еще как скрипучая. Я не знаю, как... Знаете, что скрипит? Скрипит пенопласт по стеклу. Вот то скрипит. О, так же у меня по зубам эта брынза скрипит. Да, тут вообще такая нормально брынза. Я дитю дала попробовать. Она тоже такая скрипит. Что она на пирожок... А что она делает? Николь. На тарелочке Николька. Она пирожок по себе размазывает. Он жирненький, говорит. Он не жирненький, да. Он хороший. Вот это вот корзиночку-то привез, вот это вот. Вот так, молодец. Ты добрый. Да, спасибо. Бабушки Вали. Да, да. Дай Бог ей здоровечко. Да, вот. Будем кушать. О, как выйти, вот так, молодец. А что она ходит, умывается в беде? Нет! Ну все, ложи на стол, ложи. Да. Все. И что-то протёрлась. Хозяюшка. Все, я после себя поубирала. Она ходит уже, слышишь, в беде, руки моет, это умывается, вытирается. Все, устала. Такие разные дети. Это характер еще тот. А где штаны потеряла, Николь? Погода непонятная, да, не знаешь, как одеваться. Мы сейчас попьем отсюда. Кефирчик там с пирожком. Олечка, ты будешь кушать пирожки, мам? Конечно. С молочком или с кефиром? Молочком, конечно. Назови всех. Кушаем. Дети, вы уже пирожки едите. Ну как, пирожочки вам? Вкусно. Смачного, мои хорошие. На старочек. А Николь ест булочку Бабалину. Она на мой пирожок сказала «Бе». После тренировки обход по саду. Обход по саду, посмотреть, что тут и как тут. Какой-то тюльпан интересный вырос. Я его там не сажала, а он сам взял и вырос. Такой цікавий и необычный.
Набитый-набитый. Что это за тюльпан? Откуда он взялся? Еще сегодня подсаживала вот такие голубенькие флоксы. Подсаживала сюда дальше. Чуть-чуть подсадила. И розовый флокс подсадила. Вот он. И посадила чабрец между можжевельниками. Хочу эксперимент провести. Где-то я вычитала, что крылатский жук не любит чабрец. А тут я собираюсь посадить синий. И проведем как раз эксперимент. Потому что к синим как раз прилетает вот этот жучок нехороший. Цветы везде. Валера говорит, убери цветы с ванны. Он говорит, пойду я приму ванну после спорта. Ага, а там у меня цветочки. Вот такая. Так, свет, я вижу, включили нам. Это хорошо. Нам выключают свет через день. Ой, хорошо. Ну, не жарко, но хорошо. И не холодно. Ветра нет, уже хорошо. Все, я побежала спасать цветы или Валеру, не знаю кого. Пройдем через глицинию шикарную. Пирожки ушли, несмотря на то, что я еще готовила им рис с тунцом. А Николь вообще захотела семечки есть ложкой жареные. Вот такие щечки сидят, кушают. На щечке синячок, ударилась неудачно, упала в диван, ударилась. Теперь синячок. Кто такой кучерявенький? Вкусно тебе, Дотя? Ням-ням, не рассыпай аккуратно, взяла самую большую ложку. Не, зайка, я не буду на ночь есть. Я стараюсь не есть после 4 где-то. Завтракаю, вернулась я к завтракам, поняла, что лучше завтракать. Потому что когда ты не завтракаешь, то потом наедаешься на ночь. А когда ты завтракаешь, то ты наедаешься завтраком, обедом, на ночь уже не хочется. Трошки уставшие сегодня. С пирожками 3 часа возилась. Не мое блюдо. Это для бабушек, у кого есть время. Я люблю быстрые блюда. Потому что к пирожкам еще надо что-то еще готовить. Все. Все. Попрыгунья. Ты была у бабушки сегодня, да? Понравилось тебе? Угу. Надо почаще ездить. Николь нужно еще к бабушке свозить, а то бабушка нас смотрит по интернету. Смотрит наши видео, а потом расстраивается. А я вот не знаю, как ее заблокировать. На нее нужно какой-то родительский контроль поставить или что. Расскажите, как заблокировать человека, чтобы он вообще не смог видеть видео. В Инстаграме, если ты блокируешь, то тебя не могут найти. А вот в Ютубе, когда блокируешь, то человек может смотреть, только не может комментарии писать. А мне нужно бабушку Валю заблокировать, чтобы она нас не видела. А то она становится нашим злостным хейтером. Вот этот пельмешковый суп вспоминает до сих пор. Приготовила я его раз в 5 лет. Ну, раз в год, может быть, я его приготовлю. И то это не самый мой любимый суп. Это ж надо, она его посмотрела, этот суп. И теперь она плачет и звонит всем внукам. Не ешьте это, не ешьте это. Вкусные пирожки? Угу. Угу. Скажи, бабушка Валя, все хорошо. Мы не голодаем. Вот Николь семечки уплетает ложкой. Голодный дитятка.
Семечки ест. С молочком пирожки. Покажи, какие пирожки внутри. Много начинки, кстати, и тонкое тесто. Вот. Тесто вообще не чувствуется, как будто его и нет.